У нас такого не было. Да. Не было, не было. Мы думали, но не ставили. Я скрин сделал. Прикольная вещь. Кстати, котелок, вот сейчас воду подключить, и в котелке вы... А, ну у меня, короче, на каждой ситуации есть определённая песня. Я не знаю почему, но... Давай! Вали, гада! И погнали! Юху! Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Ark Survival Evolved, и мы развиваемся дальше. Дальше, да, дальше, вот так вот мы развиваемся, вот таким вот образом. Давайте я, наверное, сделаю, наверное, РК чуток потише, мне кажется. Какая-то реклама была по этому поводу. Сейчас, секундочку. Вообще, на каждый случай есть своя песня. Так, что там у нас? Это что такое? А, ну у меня, короче, на каждой ситуации есть определённая песня. Я не знаю почему, но... Дима, сейчас тебе херово станет. Голосовые связки не напрягай. Кому? Это Дим. А, вы его не слышите? Не-не-не, а что там? Да он тут через бэк. Мастерс! Do jab, I say, quickly! Quickly do jab? Да, нормально, нормально. Короче, ребят, мы тут развиваемся, пытаемся кое-что как бы сделать, пытаемся выжить, так скажем, на этом сервере. Давайте я вам, я вылечу вот так вот и покажу вам, где мы сейчас строимся. Мы строимся вот на центре, так скажем, в центре карты. Вот на таких вот пятачках, так скажем, ну, где доступа вроде более-менее такого не будет к нам, если кто-то захочет даже зарейдить, будет не так уж и легко. Так, секунду. Так, Наталья уходит, и мы продолжаем дальше. Мы? Кто 150-й? Колобок. Нормально. Томи Колобка. Да ну его уже в жопу. Так у нас уже 135-й вроде там. Он сейчас томится будет, еще не знаю сколько. Да. Короче, такой выступ, чтобы нас не достали большими животными, это первое. Второе, как бы, тут подлететь можно, ну, реально, как бы, подойти можно к этому, к этой территории только на летающих животных. Дайте вам кое-что покажу. Здесь у нас есть вот такой вот водопадик, он у нас, вода падает, короче, с обеих сторон или даже с трех сторон. Я хочу ее сейчас показать вам. Пешком отсюда попробую дойти домой. Так. Это ж нереально. Там РК у нас говорит, пусть говорит, нам он нужен. А у меня больше ничего такого нет. Смотрите, ребятки, вот такая вот красотень. Здесь строиться как бы нельзя будет, никому нельзя будет по кругу строиться. Нам уже, как бы, мы говорили с администрацией, здесь у нас респ металла. Давайте РК выключим, полностью выключил. А здесь у нас резается металл, поэтому здесь будет добыча металла. А строиться здесь никому не разрешат. А здесь, где мы вот построили, там только один камушек металла резается, поэтому нам можно. Дальше, показываю, что здесь у нас есть. Смотрим. Здесь можно залететь, короче, вот так вот заплыть. Мой персонажик плавает и добуду себе сейчас артефакт. Но давай. Вот так вот, забираем артефакт и, конечно же, наверх. Наверх, потому что у меня сейчас кислородик закончится. Здесь больше ничего такого нет, как бы. Я думал, можно будет проплыть прям донизу, но... Но нет, тут есть кристаллик, кстати. Еще кристалл есть. Неплохо, неплохо. Будем знать. Давай, давай, поднимайся. Вот так вот, отлично. Водопадик шикарный, погодка у нас шикарная. Все у нас вообще отлично в арке. Мы продолжаем выживать. Кстати, напомню, к сожалению, оказалось так, что... ну, это... У нас получается Ares World 2 сервера. Но мы играем на Original Ares World. Мы перешли на другой сервак, потому что нам нравится вот такая вот новая карта. Хотим узнать, что здесь можно сделать, как здесь можно построиться. Здесь есть вот такой вот мод на такие вот замковые постройки, чего нам очень-очень нравится. То есть, что нам очень-очень нравится. И будем здесь развиваться. Есть один сервер, сервер Ares World, мы там не играем, мы играем только здесь, на карту, то есть на сервер Original Ares World. Так что, если кто-то хочет с нами поиграть, ну, типа быть соседями там туда-сюда, то, конечно же, добро пожаловать, будем всем рады. Вот какие у нас построечки, вот такие вот. Что можно с этими постройками делать? Сейчас я вам покажу. Вот это вот дело можно взять и подобрать, то есть это уже у нас было.
такие построечки у нас уже были в другом выживании, ну, в том же Ark Survival Evolved, но плюс этих построек, это у нас вот такие вот Keep Foundation, это для замковых строений. Давайте арка все-таки включу вот так вот, чтобы было слышно. 280 металла везет. 208 металла везет один человек, 208 металла везет другой. Кто? Саманта, ты не достанешь, стой, подожди, я сейчас тебе его... А Саманта в микрофон говорит? Кен, видишь, заспавнился металл. Да, сейчас да, вижу. А это потому, что у нас это... Постройки эти вот не закрывают, как говорится, кислород металлу, блин, и камнем. Так что вот так вот. Разрешили нам, короче, здесь строиться. Будем здесь. О. То есть Саманта все-таки говорит, да? У меня просто до сих пор было выключено. Да. А, будем знать. Ясненько. Будем знать. Это новый персонаж. Нет, возьми чуть-чуть, пожалуйста. Чего взять? А я скинул, я не могу идти. Куда? Где? А, там, вижу. Там, где заспавнил. В смысле, что ты кинул? Ты где? А, здесь. Я тут. Так. Пожалуйста. Чего, пожалуйста? А... Так, закидываем все сюда. Карна убил. Карна, каким левелом был? Ворота я хотел ставить. Сейчас у нас уже тут... Да давайте возьмем все это дело. Вот так вот. И возьмем металл. Мне нужно сделать обязательно ворота. Ворота. Черт, ты меня спалил. Блин, что так медленно металл плавится? Блин, еще 10 штук надо. А Кен, а что, на потолок нужен плавленый? Нет, мне на ворота нужно, на ворота. А, на ворота, да конечно, он там уже будет медленно. Так, вот так, это вот перекидываем сюда. Надо было несколько печек каких, блин, как туда сесть-то? Да тут металл нам вообще не нужен плавленый, нам так, на пару этих. А в основном вся постройка это делается из обычного металла. Из руды, то есть. Угу. А, потолок. Где здесь у нас металл вроде бы как есть. Это у нас слитки нужны и дерево. Окей, а нам нужен потолок. Где у нас потолок, Кент, находится? Чё, значит, Keep Foundation. Продолжаем фундамент на всю эту часть, правильно ж? Да, пока, как ты говоришь, будем... Ну, периметр этот, который я взял, только сзади не ставишь же, Дим. Вот там, где у нас уже смайти стоит, здесь у нас будет конец. Вот где я сейчас прыгаю, бегаю. Я понял, хорошо. А что там будет? Пока не знаю, просто все это вот застраивать, это будет очень долго и по ресурсам прям трындец будет. Да я думаю, мы справимся, Кент. Да это долго будет, Дим. Я же помню, как я строил этот замок в предыдущем выживании. Месяц его строил. Ну мы коробку построим, которую будем жить, а постепенно можем возводить там себе, знаешь, строительство какое-то делать. Ну, я бы хотел как бы побыстрее, чтобы замок не был достроен, так скажем, когда мы уже устанем и от игры, и уже уйдем отсюда. Тогда он нахрен кому нужен? Я же не говорю там замок, а какую-то хибарку такую. Так, инвентарь. Сделать, скажем там, в 3 потолки у нас есть, да, у нас вот потолки есть, правда, мало их. Ну, мало на всю их. Площадь. Мало не их. Надо вверх там дофигища. Так, дотяну, отлично. Вот так вот закрываем. Слышь, закрываемся. Вот это вот водичка, да? Вот так вот. Вот так вот. А она выходит куда-нибудь в океан, то есть можно да. там вот так вот. Заменить, например, ту же акулу да. и довести. И выйти, да? Да, можно. С обеих сторон вроде, да? Или нет, с одной только. С одной да, стороны, с одной, потому точно. Что там водопады. А с другой стороны, не уверен. Но место офигенное, ребят. Место реально офигенное для... Конечно, возле Виверн. Да нам ничего такого страшного не будет. Что, сегодня завалили Виверну вчетвером? Сколько вас было? Мы забрали ее, да. Да, так что нормально. Птицы у нас не хиленькие, у нас все топовые птицы. Тут только карма горит с нами, высокого уровня. Кто там горит? Серега, Серега. Так, ну и арка сделала потише, чтобы было легче с вами общаться, друзья, на ютубе. Что пишут? Взаимно, то грифона хочу, грифон на месте. А, это наши спрашивают. Ворота! Опля! И вот так вот. Что можно еще с воротами делать? Ворота можно их также переделать. Давайте мы их... вот в Hellfire можно переделать. Вот так вот. Мне нравятся вот такие вот ворота. Да, крутые. Красиво. Очень крутые ворота у нас будут. И здесь немножко стеночек нужно. А где...
Бери тогда, чем ты в него стрелять будешь. И погнали, показывайте, где он. Так просто быстрее будет, а то это долго будет. Вот со стороны, откуда я лечу. Сзади. Вот, вижу. Давайте летим. Беди. Там, с правой стороны. Где? Ружье лежит внутри, первый ящик с левой стороны. А патроны где-то док положил. Ребят, там пойдем, короче, валить Альфа Карна. Мы качаем сейчас Джо. Джо у нас качается. Ну, он у нас самый такой по левелу сейчас, выше всех. Сейчас, одну минуту, я пойду. И мы будем сейчас убивать Альфа. Не свалился, не? Сотого левела. Карна, правда? Да. Так, летим вроде. Убиваем Альфа. Так, вы пролетели уже мимо, наверное. Всех, кого он видим. Рядышком должен быть. И последний удар делает Джо. Вот он тут вот был под горой вот этой. Ты тоже, тоже видел его, да? Да, я видел. Я еще давно он здесь бегал. Че кричал? Так, Карна, вы... Карна. Внизу посмотрю. Альфа Карна. Он мог упасть. Да не, по идее, я думаю, его не так уж и много дают, но сотый все-таки должен дать. Полетели, а куда полетели? Ищем его. О, потерялся. Нашел. Он от нашей базы налево по склону вниз. С нашей базы упираетесь в скалу и налево сразу, вдоль скалы. К этому мосту, который на весну, этот, как его, большой, да? Да. Но надо вверх? А вон я вас вижу. Ой, там виверна, кстати. Вот я. Дим, там виверна, аккуратнее, сверху. Прям сверху? А давайте, кстати, виверну убьем. Или Альфа сначала. Альфа, тут вот только что. Вот тут только что был Альфа. Верно, Альфа, да? Так, давай, покажи. О, я тебя за этот мостик бою. Видишь, как красиво? О, да. А я мостик... А, этот мостик. Только что здесь Альфа был. Вот здесь вот. Да как? Так, потеряли. Куда он убежал-то, а? Че, опять куда-то упал? Упал, наверное. Нет! Внизу. Где? Сейчас по домам увидите, А, Дима, лети обратно к навесному и вниз. Ага, я понял. Короче, бьем Альфа Карна. Так смотрите, чтобы не убить его так случайно. Летишь в сторону такого моста. За стаминкой наблюдайте. Разрушенного. Так. И держишься правой стороны края склона вот такого большого. И в самый низ. Еще над нами виверна ледяная. Тут водопад у этого маленького водопада. Мостика. Ужасной птицы нет. А, вижу. Бей и отходишься. Док, повыше летай, док. Чё ты так низко летишь? Вижу. Альфу, бейте. Только наблюдайте, кто наблюдает, чтобы она это не убили. Док, Джо, должен убить его. Блин, столько тут надписей, нихера непонятно. Давай! Вали, гада! Она, по-моему, красная уже, нет? Я бы даже скрин сделал, но... Ничего не будет видно. Давай. О, я же цифры могу убрать. Стой. Чё, красный уже? Не бить. Да не, она не красная. Я на стаминку ухожу. Не. Тут так много птеров. Давай, птица, блин. Давай, бей её. В смысле? Он должен быть так серьезно красный. Мне мясо. Такой серьезно красный. Влад, иди у меня птицу возьми. А, еще можно побить немножко. Кто это обычно? Ударов 10 минимум сделать. Давай помогу. Джо, бей. Но Джо должен с винтовки, да, с винтовки. Все, не бейте тогда его, пусть Джо с винтовки его добивает. Ну тогда его надо в лапы взять. Кого? Этого не возьмешь? Или... А, Джо. А, Джо, ты иди сюда, где я сейчас. А, ты вот, ты там, да, правильно. Ну, правда, он еще не совсем красный, ребят. Мне кажется, еще нам можно побить. Ой. Давайте еще немножко. Давайте еще побьем его. Давайте один укус отбираем. Он сейчас умрет. Он уже красный-красный. Ну все, отлетаем тогда. Ну, посмотрим, он красный-красный или нет? Да, он красный-красный, все, не бейте его. Джо, бей. Док, тебя сейчас это... Док, ударь его сначала. Ударь и улетай.
Все, улетаю, Джо, стреляй. А, ты стреляешь. Берите его поближе. А он в воду зайдет, он утонет здесь. Ты лучше его убивай пулями. Да, вот, вот так, зависите на нем, на X. На... Сейчас попадешь в него? Подожди, он на тебе, он на тебе сейчас, так что нормально. Да, он сейчас сдохнет, так что и левелок получим. Так, у кого у меня тут? Давай, я убил, все, все, убил. Так, да. Моя птица получила 20 левелов, офигеть, блин. Мне дали 3. А мне 9. Птицы 9. Дали 20, нифига себе. А персонажу? Дали, а персонажу дали ничего, 0. Моей 18. Неплохо, прокачали животных. Давайте на виверну все, на ту. А, у меня как раз на записи Троих будет. Надо отвезти. Или не надо забить на него. Да, может это, ты отхилимся, не? А вы продамажены? Я продамажен. Меня вообще не тронули. Половина. А я же Мне чуть-чуть продамажен. Да, мне вообще миллиметр. Неопытные просто. Неопытные, да. Эх, воробьишки. Воробушки. А что с Праймом делать? У нас тут это, он не успеется его прожарить. Успеется. Чему да. же стакает по 5, да? Ну успеет. Давайте будем ждать. В этот запихаем в камин, и он моментом там с дровами прожарится. А, ты уже камин поставил? Я не ставил, но он ставится моментально. Ага. Так давай. Он что, жарится мясо в нем прямо в этом камине даже? В нем делается, в нем готовится а все. Ты уже там? Прикольно. Давай я посмотрю на это. Офигеть. Я нет, я здесь, это, как его называют-то? Я виверну пришел бить. А, а кто там жарится? Она первая нападает. Кто-то жарит или нет? Нет еще. Так что делаем тогда, на виверну или жарим? Виверну, виверну, виверну. Все, давайте на виверну, где она? Ребят, ребят, у меня апнулась птица на 20 очков. Доступно 20. Круто. Виверна где? Летела к центру. Вверху. Я вижу, я вижу ее, давайте летим к виверне. Верно. Поближе к нашей базе, если летишь от этого места, где мы, к базе, направо надо проверить. Ой, тут еще альфа-карны 25-й. Где, где, где? Застрял. Не, давайте вот, верно сначала. Стрелки. Но хочу всеми вместе, ну, увидеть, как быстро можно ее добить. А он уже красный. Да, он его кто-то бил, или он тонет. Он тонет. Вы это к нам летите, да? Че, бить уже, нет? Ой, кусается. Ой, а тут две виверны, кстати, народ. Там две. Это две. Я... Нам, кстати, тут одним не справиться, нам надо всем вместе. Где? Я здесь, лечу, лечу, лечу. Которую берем? Сверху, снизу? Ну тогда давайте эту, снизу. Самую вкусную! Так, где у нас самая вкусная? Вижу, короче, давайте вниз, тут виверна была вниз, чем мы там это долго ждем? Давайте отхилимся, подождите. А док, так ты не лезь на рожон. Ты же там летел по земле, поэтому у тебя и это, как его, птица чуть не сдохла. Надо бить она сверху. Не, не, знаю, но просто видишь, ты сейчас хочешь хилиться. А бить-то надо сверху, а не по земле. Где? О, а вот, сзади. Давай к Хусейну сзади. Летим. Показывай, не где она. Мы вас не видим, не видим. Не вижу. Мы там, где мост разрушенный наверху. Ближе к этому. Аж там? Между нет, мы не близко базы. К мосту, вы чё? Между я мостом и базой. Я её вставил, всё. Вон, она забаговалась в дереве, ребят. По домам а идите. Внизу? Летите ниже, мы уже почти у воды. Не у воды, а вот там. Вы далеко, внизу в самом, да? Застрял. Всё, мы бьём её. Нифига вы нажили. Ты убили. Все. Да. Убили, это три. Да, говорит... да, я карну пойду убью за это. Так еще одна виверна была, нет? А давайте еще... А, виверны нету, давайте яйцо возьмем в пещере. Какое? Волшебное. Че за волшебное кого? Пещера? Яйцо, там знаешь, сколько арава за нами полетит? Конечно. Огненный коготь, да. А, ты про пещеру, про этот, как его... С виверной, да. Ну это не пещера, мы их по-другому зовем. А где еще одна виверна? Вроде мы видели двух. Или это одна была? Так, сейчас поищем. Сейчас поищем других. Смотри, у меня по 101 дома. Док добывает. Так док с нами бил. Кого? Док виверну. Уже металл фармит. Ну сейчас да. Ну сейчас.
У моей птицы 215 дамага. У моей птицы 491 дамага. У моей 677. У моей 648. Откуда ты брал 200 тогда? Не, это не в процентах, а просто урон. Так, урон в ближнем бою, все правильно. А какие проценты, причем это? Тут в процентах, тут 677%, да. Ну, это и есть дамаг. Да, я тут видел виверну сверху, но ее нет. Походу, это она и была. А почему с виверны дали серу? Сера с них падает. Все, никого нет. Все, короче, альфа закончились, виверна тоже, да? Летим домой. Теперь можно альфа виверну забрать, у нее молоко. Вылетим домой. Погнали. Так, друзья, здесь такой водопадик интересный. Сейчас посмотрю. Такой высокий, нет, такой сейчас водопадик. Мне интересно, что да, здесь у нас да. есть. Она маленькая была. Нет, можно принципе, тут можно куда-то заплыть? Сейчас закроем эту кибитку. Да, надо закрываться срочно сегодня. И да. можно сразу поставить это, как его, гнездо положить. Внутри там, и да? Уж... Да, свободно. Она выглядит как половичок. А, блин, это же теперь факелы не надо, это такая удобная штука. Что за факелы? Какие? Ну, факелы не надо, чтобы теперь животных вот это выводить. Понял, постели, что ты половичок. Да, Серега говорил про это, да. Это суперская вещь вообще. Я яйцо прям туда ставишь и все, да. Ни кондиционеров нужно, ни, не нужно ничего. Да, да, классная штука. Мы там сколько рексов вывели, Серег? Да ой, миллион. Я не знаю, но у меня ну сколько, ну штук 20 точно. И вниз. Правда, это и у нас не грифон, но все же. Я только на этом, на этом гигантозавре, наверное, штук 10 слил. Тогда я его пытался про это кусаться, чтоб он. Так, летим дальше. Этого, строить нашу как базу. Влад, сделай, пожалуйста, этот. А, все, вижу. Вот вижу, иди сюда, вот в этот угол. Смотри, тут есть. Мы тут вот этот угол так. использовать так не будем. И вниз, там болото есть маленькое. Ну, маленькое такое, не знаю, озерцо. И вот отсюда так. прям. Мы здесь будем же проходить вот с этой стороны изнутри. Там, где ты бегаешь, будем, да. Там не ставь. Так. Тут ворота будут. Потому что она довольно здоровая. А что ты хочешь поставить? Ну, она на две стены заменит. Камин ты хочешь поставить? Да. Камин 100 коптеров. Так он будет снаружи сейчас, получается. Ну да. Но его подобрать можно, все нормально. А, просто ну так там ставь, конечно. Потом поменяем местами. Просто его надо разбирать будет поочередно. А что там разбирать? Да, и кстати, там очень много мяса будет этот фармиться. Так, есть. А, так я помню, был у нас такой, да. Ну, я же тебе за это говорю. Сверху еще труба ставится, и внутри ставится... Я уже забыл, как это называется. Котелок да, и да. мясо. Ну, мы же за это говорим. Угу. Правда, у меня не прогрузилась текстура его, ничего-то странно. Дрова есть? Нет. Солома. Так, а, у меня есть солома, все. Нормально все. Так, прайм. Горит у нас. Нечего гореть. А что-то мне как-то суеверно мало дали. Опыта. О, сера. Так ресурс. Это точнее альфа, это просто верно. Очень ой, мало дали, кстати, да. С альфа этого. С альфа карна мне дали мало, вот сейчас я карну грохнул. Ты на птице, потому что был. Типа пешком. А ей птицы не дали, Дима, птицы не дали ничего. Птицы ничего не дали. Мне вообще дали ноль. Один уровень. Мне ну, дали. Ну, у тебя, наверное, был предел уже почти, наверное, поэтому. За второго мне дали. За первого мне дали 9 левелов. Смотрите, сколько прайма можно сразу зажарить. Показывай. Сейчас посмотрим. Грильница по 12 кусков жарит. О, за раз. Как оно крутится-то. А мы, кстати, не пробовали так ставить эту вот хрень, помнишь, Дим? У нас такого не было. Да. Не было. Мы думали, но не ставили. Я скрин сделал. Прикольная вещь. Кстати, котелок, вот сейчас воду подключить и в котелке варить это очень все, что угодно. Сколько она за раз жарит мясо прайма? Кстати, да, сколько, сейчас посмотрим. Прям на пока еще ни один кусок, ни одного не вижу. А чего она работает? 12 сразу. А, ну как и грильницы. А от чего она работает? Одинаково. Все, что горит.
Вода, этот, солома, бензин, дрова. А я не вижу тут дров, ничего не вижу. Где это ставится? Внизу. Да, где огонь горит, дрова туда. Что там делал? О, не дрова. А, я во, вижу, вижу, это отдельно все, да-да, я понял. А тут у нас... Вот такая, варишь, а, котелок вообще отдельный. Все отдельно, но и в одном плафоне. И ротисери, что это такое? Ротисери. Ну и подобрать можно, нормально перенести. А разобрать только по отдельности, да-да-да. Да. Разобрать лучше по отдельности. Прикольная штука. А смотри, это мясо прям реально, оно цвет меняет. То есть не только в инвентаре оно меняется, а прям здесь на виду. Да. Камин шикарный, он да, очень вообще нравится. Крутая вещь. И, кстати, он такой смотрится хорошо в домике. Ну-ну. Знаешь, в рост человека, столики, блин. Столики поставить, и вообще шикарно. Ну, прикольно будет. Хотел поесть, подошел с горяченького. Согрелся, я вижу, тут тепло, кстати, дает, видишь? Да, он и тепло дает. У нас тут в этом месте ночью очень это холодно, поэтому крутая вещь будет. Так, я за Альфой пишу там Йорг Ван. Так, извиняюсь. Блин, птицы, елки-палки. Сейчас я его закрою, потолка вроде хватит. Птицы туда все влезут? Это на что? Keep wall. Влезут, никуда не денутся. Инвентарь, потолок, берем 30 штук. И сейчас мы закинем, короче. Работаем дальше? Да. Надо водичи, надо срочно водичи. Дока этого беру. Кент, это мой голубь. Сейчас, погоди. А я тут для стройки хотел. А я сейчас возьму своего. Где он только? Глубоко. Нормально. Ничего. Давай! F-117! Никто не пытался еще допрыгнуть до этого? До куда? До воды. Со скалы. А, прям воду прям? Да, там глубина такая. Аховая, кстати. Попробуем сейчас. У меня идея. У меня идея. Давайте все это вот скинемся и все вместе. Да. Хамикадзе! Кто поднимать нас потом будет? Да не, мы умрем, мы скинем. В смысле? А если в воде упасть в воду, то не умрем. Почему? Ну а ты уверен, что мы в воду точно полюбим? Ну вот и прыгни. И будем уверены. Тут точно достанешь, если смотря в какую сторону прыгать. Я так понял, сейчас мне надо разгрузиться. Да, разгрузиться надо, полностью все выкинуть в птицу. Давай, ставься. Хватит уже потолков. Да, я тут закрою 100 подов, хватит на это все. Так, я самое необходимое жесткое кину. Ставлю. То, чего мне не найти. Че ты ставишь? Так, все. Я прыгаю, да? Поставил уже. Я прыгаю? Да, проверяй, сейчас мы прыгнем. А ты где сейчас? Ты уже прыгнул? Нет, я возле смайти. Вот, я сзади. А куда ты хочешь прыгать? Давай, я посмотрю. Вот, я вперед. 145-й. Давай, прыгай. И полетел Хусейн. А еще в полете надо руку вытянуть. А, допрыгиваем, нормально. О, все, народ, погнали. Да, будем дурачиться. Сейчас, можно я это? А как подождите, подняться? А кто меня может забрать? Сейчас все прыгнули, а потом все такие воськи. Так не, ну просто можно скиньте и все, и просто умрем, да и все. У нас тут 4 какая-то. Ну давайте, я тогда на выход уже. Ну вот прыгнем и будешь на выход. Угу. Так, сейчас. Все в птичку закидываем. Серег, заберешь? Закидываем. Короче, что я мучаюсь? А я вот подплываю уже к этому. Все? Берег. Я даже разденусь даже. Просто, короче, прыгай вниз, там где смайти. А, вот. Вижу. Ты нырни, посмотри, глубина какая. Только все вместе надо, не по одному. Ты меня взял, скинули да? Все в птицах. Да. Я готов. Сейчас. Подожди. Сейчас я тоже птицу свою кину. Фух. Ну что, готов? Конечно. Прыгать. Конечно, готов. Конечно, готов. Так, разделся. Я шляпка главная стоит. А я у меня. Шапочки, а, я без. Ой, какие мы волосатые, офигеть. У тебя золотистая борода даже. Увидишь на видео, реально золотистая. Я этот блондинчик же. Ты же блондинчик, ага. Но у меня цвет волос как бы тоже светлее, не черный, я что-то так ошибся с цветом. Что там, готовы все? Это надо еще, знаешь, как на соревнованиях эти еще
дайверы там это, проверяют прыжки, да? Ага. Кинорейку загорел. А еще надо этот, слышишь, в полете так еще надо показать. А кровать у нас есть тут? Ну есть, но там надо 4 минуты штуки ждать. Я 4 поставил. Ну нормально. Кинты своего птера не... А, это... а что ему будет? Я же обратно вернусь. Че, вперед прыгаем? Там где смайте, да? Там где я прыгал? Да, там где ты прыгнул. Да, там. Мы уже там... Эй, подождите, я инструменты не выкинул. Ёптить, колотить. Ёптить, колотить. Да. Ждем. За кем там где прыгал, да? Все так, вы готовы? Ну, с разбегу, ребят. Сколько нас народу? Раз, два, три, четыре, со мной пять. Все готовы? Сынки! Только прыгаем, чуток влево прыгаем. Чуть-чуть влево. Так, ну вы прыгайте, я позади буду, чтобы я снял. Я буду снимать. Давай. Раз. Подождите меня. А ты где? Я тут прилетел. А где ты был? Я металл добывал. Так мы же тут давно говорим о том, что мы прыгаем. Чего ты ждешь? Так, народ. Куда? Давайте. Раз. Два. На... Так, я считаю уже тихо. Раз. Два. Три. Вперед. И погнали. Юху. Дикари. Ёлки-палки тут глубоко, офигеть. Глубоко, слушайте. А в воде, а в воде говорить можно? В воде? А ну-ка. Скажите. Чё, серьезно, жемчуг? А тут прикольно говорить, кстати. Там еще смеются с эхой, с эхом. А давайте все вместе плыть. Чё вы там это остались? Давайте умрем вместе. Жемчуг внизу есть, ребят. А ты через Б, через Б. Через Б вообще ужас полный. Вообще офигенно через Б говорить. Все, прощаемся. Да, жемчуга много. Буль. Так, как говорится, подписывайтесь на канал, да? Слышно, да? Всем это пока, прощаемся. Пока. Ребятки, если вам понравился видосик, ставьте пальчики вверх. С вами был Кентавр, наш трайб, весь наш трайб, нас немало. Так что, если хотите поиграть с нами, быть нашими, так скажем, соседями, то в описании все есть. Так, кровать у нас уже занята. Всем удачи и всем ну, чё, пока. Берем в трайб, кстати, только девушек. Пока что только девушек. Пацанов у нас хватит. Так что ждем девушек. Всем пока. Ну, я сейчас посмотрю.